Перед началом данного видеоролика хочу сказать то, что подпишитесь, пожалуйста, на канал. Меня смотрит 90% без подписки. Мне будет очень приятно, вам несложно, надеюсь, нажать одну кнопочку. Всем привет, друзья, с вами как всегда Визор. Сегодня мы поговорим о коллекции наклеек от Дача. Стоит ли их покупать или нет? Возрастут ли они или нет? Или же возрастут через какое время? Погнали! Давайте посмотрим, что же находится в коллекции наклеек. Сломанный клык. Вот такие великолепные наклейки у нас находятся. Но речь сейчас не о них. Речь о коллекции наклеек Отдача. Их очень тут много. Тут есть даже золотые коллекции наклеек и обычные. Многие люди говорят, что вот их стоит покупать. Их стоит обязательно покупать. Их очень мало на такой площадке. Давайте зайдем, посмотрим, сколько же их находится штук. И самое большое количество штук — P90. Наклейка «Привет, P90» 1673 штуки. Цена 5 рублей 90 копеек. 6 рублей цена. И ютуберы, все инвесторы какие-то, все ютуберы начали говорить, то что внимание, друзья, их очень-очень мало. Поэтому советую их вам покупать, их будет становиться все меньше. И в итоге их цена просто невъебически взлетит, будет стоить 100 миллионов рублей одна наклейка. И мое личное мнение, почему же они могут взлететь? Может быть, вы думаете то, что да, действительно их мало на такой площадке. 1600 штук — это даже очень-очень много. Тех же самых наклеек «Сломанный клык», «Боевые шрамы» 5 или 7 тысяч штук, а голографических 2 или 3 тысячи. И стоят они 400 рублей. Может быть, у них цена выше? Да нет, обычно наклейки стоят 1 звезду, и коллекция наклеек «Отдача» стоит опять же 1 звезду. Почему их мало на такой площадке, мы задаемся вопросом. А дело все в том, то, что они никому нахуй не нужны. Я не знаю, почему все ютуберы начали одним голосом прям просто кричать, блядь, это имба, советую всем закупать, закупайте мгновенно, потому что их мало, потому что они никому не нужны, они выглядят, лично мое мнение, уебищно. Я лучше себе куплю вот эту какую-нибудь наклейку, мне выпадет наклейка либо за 50 рублей, либо за 6 рублей, нежели либо за 6 рублей, либо за 200 рублей, блядь. Я не знаю, почему так все начали говорить. Их, посмотрите, давайте посмотрим, сколько их продавалось. Когда они стоили 8 рублей, 6 рублей, их продавалось 200, 300, 400 штук, да. Но в данный момент их продается 7 штук, 33 штуки, 3 штуки, 7 штук, 48, 6, 27, 30, 27, 11, 56. Это сейчас, это в данный момент. А через год, через полгода, вообще просто одна продажа в день, блять, это будет как продажа Драгонлора за 5 рублей. Что-то из грани фантастики. И они останутся у вас в инвентаре валяться. Просто-напросто будут валяться, никому нахуй не нужны наклейки. Я не знаю, может быть, эти ютуберы сами скупили их дохуища штук и специально вас байтят, чтобы вы покупали, чтобы возрастить цену. Давайте посмотрим самую дорогую наклейку из коллекции «Привет». «Привет, АВП золотая», 590 рублей. 176 штук всего. Понимаете, 176 штук. Это очень мало. Давайте посмотрим на покупки. Она стоила 300 рублей. И, возможно, ютуберы начали говорить, и оп, цена полетела, потому что люди начали скупать. Посмотрим на продажи. Одна штука в день. 12 штук. 4, 1, 1, 3, 8, 4, 2, 12, 7, 6, 4, 4. Вы понимаете то, что их никто не скупает? Их никто не открывает, потому что, ну, видимо, людям не нравится то, что их мало. Не потому, что они какие-то редкие, не потому, что они, блядь, взлетят очень сильно, а потому что они никому не нужны. Потому что они выглядят не очень красиво. И я не знаю, почему ютуберы начали говорить. Просто начали говорить все одним голосом. Они взлетят, покупайте, покупайте. Лично я вам не советую их брать. Это очень плохая инвестиция, но, опять же, это мое мнение. Соглашаться с ним или нет, это уже ваше дело. Я лично не куплю ни одной такой наклейки. И я уверен, что если они возрастут, а они возрастут, но не сильно, вы их не продадите просто-напросто. И люди будут снижать цену, чтобы их продать, и тем самым они упадут. Вы можете написать в комментариях, согласны ли вы со мной или нет, или вы считаете это офигенной инвестицией, почему? Напишите, пожалуйста, в комментариях, будет интересно подискутировать и почитать. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, я Визор, вот эта вот наклейка. Всем удачи, всем пока!